За плечами богатый опыт, но впереди все самое интересное. Фестиваль шансона и эстрадной песни «Гуляй и пой, душа» проходит в Каринском уже 10-й год. Сергей Избаш, солист группы «Нескучный сад», очень популярный в 90-х, сделал подарок организаторам и зрителям и открыл песенный праздник авторской композиции. Я сегодня привез новую кавер-версию на наш шлягер 90-х. Сейчас модно снова петь песни 90-х. Я привез шлягер на стихи Ларисы Рубальской, музыка Сергея Березина, который называется «Вика, Вика, Виктория». Я подарю фестивалю новый кавер этой песни. «Виктория», как известно, победа. Вот, и победа будет за нами во всех начинаниях. И одну песню моего авторского написания, сочинения, вернее. Это песня «Начало». Послушать звезд шансона и эстрадной песни пришли не только местные жители. Зал полон, но рассадка через кресло. Действуют антиковидные меры. Сегодня все собрали, чтобы песню петь. А еще в глаза друг другу просто посмотреть. О любви, дружбе, отношениях и даже родине. Организаторы фестиваля не устают напоминать, шансон – это не блатные песни, воспевающие романтику воровской жизни. Это то, что проникает в душу и позволяет почувствовать мысли и переживания авторов и исполнителей. Когда-то это считалось городской романс. Ну, а вот о чем вы говорите, это, ну, просто, я думаю, они очень хотели, чтобы вот это называлось таким красивым словом «шансон». Конечно, это прежде всего песня. Песня, от которой душа разворачивается, когда люди, они получают удовольствие от жизни. «Шансон» – это жизнь. Это песня о жизни, текст со смыслом. И в любом случае даже любые, скажем так, молодняк любой, который слушает там «дыц-дыц», они когда уже подрастают, они все равно уходят в более эстрадную песню, в более шансонскую песню. Начинали с праздника местного уровня. Теперь это фестиваль, который собирает звезд. Но артисты приезжают не за гонорары, ценят атмосферу и благодарных зрителей в зале. С 2004 года постоянно на этой сцене выступают профессиональные артисты. И фестиваль растет. И сейчас вот в 2010 году юбилейном выступают фактически одни звезды нашей эстрады и шансона. В Каринском, удивительно, в Каринском, да, возникла некая традиция собираться без всяких вот этих вот шоу-бизнесских наворотов. И что мне нравится здесь, мне нравится какое-то человеческое ностальгирующее ощущение что-то качественно вот этого настоящего. В этот раз на сцену вышли 14 участников фестиваля. Это меньше, чем обычно. Сказалась пандемия, которая, наконец, пошла на спад. Если тенденция сохранится, в следующем году праздник шансона и эстрадной песни пройдет в привычном широком формате и с полным залом. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».